16 января 2024 года около 7:30 на 339 километре автодороги Сытовка-Рухта, Печора-Усинск-Наринмар произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель 76 года рождения, управляя автомашиной Mitsubishi Pajero, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Hyundai Accent под управлением водителя 71 года рождения, который двигался в встречном направлении в сторону города Ухты. В результате ДТП погиб водитель Hyundai, водитель автомашины Mitsubishi, женщина 76 года рождения, с травмами различной степени тяжести, доставлена в Ухтинскую городскую больницу.